Если вы не любите оладьи из кабачков, то вы просто их еще не пробовали. Невероятно вкусные и нежные оладьи многим придутся по вкусу. А наличие в них сыра придаст им сытости. Попробуйте. Такие оладьи очень вкусны именно в горячем виде. Подайте их со сметаной. Они отлично подойдут в качестве легкого ужина или полдника. Кабачок 500 грамм. Сыр твердый 100 грамм. Яйцо 1 штук. Лук репчатый 1 штук. Мука 3-4 столовые ложек. Чеснок 3-4 зубчиков. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Зелень 1 пучков. Количество порций 3-4. Кабачок натрите на крупной терке. Появившийся сок слейте. Добавьте к кабачкам яйцо, чеснок, тертый сыр, лук и зелень. Подсыпьте немного муки. Перемешайте. Получившуюся массу выкладывайте ложкой в горячую сковороду и обжаривайте с двух сторон. Приятного аппетита!